Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, шалом алейхам. Думаю, многим людям в этом мире знакомо слово шалом. Чаще всего оно воспринимается как особенность приветствия еврейского народа. И это действительно так. Однако немногие знают, что каково значение этого слова шалом и какой смысл оно несет. И уж точно мало кому известно, я имею в виду людей, далеких от еврейской культуры, что слово «шалом» является еще одним именем Божьим. Я говорю еще одним, почему? Потому что на страницах Священного Писания мы имеем несколько имен Божьих. И нужно понимать, что его имена – это прежде всего отображение его особых качеств. Так, например, имя Господа нашего Иешуа Мессии – Иисуса Христа, как говорят по-русски, это спасение и помазание. Есть имя Саваоф, как это звучит на иврите Цабаот, что значит Господь воинств. Но вместе с тем есть имена, которые менее знакомы. Например, намного реже мы можем встретить, что кто-то использует имя Эль-Шаддай, да, или Рафаэль, которые тоже существуют на страницах Священного Писания. Соответственно, первое имя – это Вседержитель, переводится чаще всего в русский язык, второй – Бог Исцеляющий, ну и так дальше. Вот подобно этим именам существует имя Шалом, которое имеет тоже глубокое значение, но сначала попробуем немножко разобраться с его смыслом. Наверняка всем вам хорошо знакомо так называемое благословение Аарона, то есть то благословение, которым по заповеди Божией священник, первосвященник должен был благословлять народ израильских. Оно записано в книге чисел, 6 глава, 24-26 стихи. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицем своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Отсюда мы видим первое смысловое значение слова «шалом» в смысле «мир». Однако нужно говорить, что «мир» в русском языке – это слово, которое имеет гораздо более узкое семантическое поле, нежели в еврейском. «Мир» – состояние без войны, без вражды, может быть, «мир» как вселенная. Да? Начнем с того, что в еврейском языке слово «шалом» на иврите это четыре буквы, шин, ламет, вав и мем, сафит, происходят от корня, три буквы которого шин, ламет и мем, составляют, например, еще и значение слова шалем, да, смысл которого наполненный, полноценный, находящийся в гармонии. Из нашего стиха, который мы с вами прочитали, мы понимаем, что Бог дает этот мир, да, Бог несет этот шалом. И с древних времен считалось, что только Творец, Господь всего мира, такой шалом может дать. Если говорить о том, что несет с собой этот шалом, наверное, первое слово, которое здесь приходит на ум, это гармония. Еврейские мудрецы говорили, что этот мир был создан гармоничным. Однако с грехопадением человека эта гармония была разрушена. Интересно, что мы могли бы, наверное, использовать тот же образ, который использует апостол Павел, когда говорит о Церкви Христовой. Он говорит о нем как о теле, в котором все гармонично, но в котором глава Бог. Да? Вот подобное мы, наверное, могли бы сказать и о шаломе. Почему? Потому что Бог является источником всех созданий, источником гармонии в этом мире тоже является Бог. И поскольку эта гармония была разрушена, то в соответствии со своим изначальным планом Бог стремится к ее восстановлению. В этом, по сути, и есть замысел Божий. Но что из себя представляет восстановление этой гармонии? В иудейской теологии есть такая концепция, которая называется «тикун улям». Буквально это можно перевести как «исправление» или «ремонт мира». Ремонт мира – это основная функция, которую предстоит совершить
Машеху, Мессии в этом мире. Именно поэтому, когда Христос пришел на землю, мы можем читать на страницах Нового Завета многократные свидетельства о том, как Он исцелял, как Он совершал чудотворения, как Он изгонял бесов, как Он кормил. В общем, Он исправлял все то, что было испорчено в результате прихода в этот мир греха. И когда Его ученики вышли на служение, они, по сути, должны были выполнять те же самые функции. Мы с вами читаем в Евангелии от Матфея, 10 глава, 12-14 стих, написано: «Когда же входите в дом, пожелайте мира всем», на еврейском «шалом алейхам», «кто в нем. Если дом окажется достоин, то ваше благословение будет на нем. Если же нет, то ваше благословение с ним не останется. А если кто не примет или не станет слушать ваших слов, то отряхните пыль с ваших ног, уходя из дома или города». Как мы с вами только что прочитали, слово «шалом» отражает гармонию, мир, покой, который может принести только сам Бог. Но в этом деле есть и роль человека. Сегодня мудрецы говорят о том, что слово «шалом», несмотря на то, что оно является, безусловно, именем Божьим, может и должно существовать в качестве приветствия. Более того, религиозные евреи очень часто стремятся приветствовать друг другу словами «шалом, шалом». Почему? Потому что таким образом выражается их желание и стремление к тому, чтобы этот мир был действительно исправлен, и гармония, которую может дать только Бог, пришла в этот мир. Тут важно обратить внимание. Как вы знаете, со страниц Священного Писания еврейскому народу было запрещено сообщаться с другими народами во избежание идолопоклонства, к тому, чтобы еврейский народ пришел снова к состоянию идолопоклонства. И в свое время это привело к тому, что появились очень многие запреты, в том числе появился запрет, например, на обсуждение с неевреями духовных тем. Сегодня, если вы захотите поговорить с религиозным евреем на ту или иную духовную тему, еврей, скорее всего, вас слушать просто не станет. И уж точно не станет об этом разговаривать. Это запрещено Аллахой. Но вместе с тем, или точнее сказать, в противоположность тому, нести слово «шалом», нести мир – это фактически обязанность каждого верующего в Бога. Как мы прочитали с вами в тексте из Нового Завета, Иисус повелевает своим ученикам, приходя в дом, благословлять его, приветствовать его, этот дом, словом «шалом алейхим». Однако здесь есть еще одна очень интересная деталь, которую мы находим в тексте, что если дом окажется недостоин, то есть другими словами получается, что есть потенциал того, что человек или дом будет недостоин шалома, недостоин благословения. Тема благословения отдельная, я думаю, что мы ему посвятим особый урок, но вот что интересно. Оказывается, существуют люди и ситуации, в которых шалом, благословение или мир Божий, они неуместны, о чем здесь и говорит Иешуа, но немножко под другим углом. Существует постановление еврейских мудрецов, что неуместно приветствовать человека словом «шалом», если он проходит шиву, то есть поминовение умерших в течение 7 дней после смерти. То есть благословению не везде уместно быть, и если человек находится в трауре, то, значит, нельзя приветствовать его таким образом. Нельзя приветствовать сегодняшнему еврею словом «шалом» 9 ава. Это день, когда еврейский народ отказался входить в землю обетованную и услышал от Бога обещание или проклятие, если хотите, ходить по пустыне в течение 40 лет. В дальнейшем этот день стал самым черным в истории еврейского народа. Именно в этот день были разрушены оба храма. И в этот день происходило очень много страшных вещей, касаемых гонений на еврейский народ, связанных с уничтожением
и погромами. Иисус тоже здесь говорит нечто подобное, что мир Божий, мира Божьего, да, шалома, достойны далеко не все. И он предупреждает учеников, что есть две характеристики. Первая характеристика, что человек принимает шалом, а значит стремится к нему. Вторая характеристика, что он хотя бы слушает. Я думаю, что смысл здесь в том, что рано или поздно это тоже принесет человеку благословение. И если же нет, он говорит ученикам, ну, ваш мир к вам и вернется. Еще одна интересная деталь, на которую я хочу обратить ваше внимание, что шалом или мир Божий, несущий благословение, имеет особую связь с субботой. Я не буду сейчас много говорить о субботе, этому посвящен у нас урок Шаббат Минуха, но и на самом деле о субботе говорить можно очень и очень много. В канун субботы приветствовать друг друга приветствием Шаббат Шалом. Буквально это можно перевести мирные субботы, я бы, наверное, перевел как более точно благословенные субботы. Почему? Потому что есть очень глубокая связь между Шаббатом и Царствием Бога, тем самым царством, к которому мы стремимся, да, в которое мы стремимся попасть. Опять посмотрите мой урок о Шаббате. И когда человек приветствует другого в канун субботы словами «Шаббат шалом», он, по сути, выражает свою веру в то, что вот это Царствие Божие рано или поздно придет на землю и будет установлено. И по сути это и есть главная функция Машеха, Мессии, которую он должен совершить здесь на земле. Еще одна интересная деталь. Наравне со словом «шалом» очень часто люди, особенно верующие, используют такое выражение, обращенное к мужчине «машломха», а к женщине «машломех». Если переводить литературно это обращение, то это вопрос «как дела?». Но если быть буквальным, то скорее нужно переводить как вот каким образом. Вопрос «в каком состоянии твой мир, да, твой шалом?». И это отражает ту самую идею, что в процессе становления этого шалома, да, в процессе прихода гармонии в этот мир, люди совершали самое активное участие, совершают и будут еще совершать самое активное участие. Когда Иисус напутствовал своих учеников, он говорил, Матфея 10 глава 7-8 стихи, «Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царствие Небесное, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте». Обратите внимание, что ученики, по сути, должны были делать то же самое, что делал сам Мессия. И если мы смотрим, например, книгу «Деяния апостолов», если мы смотрим, как первое время действовали ученики Иешуа, то мы видим, что они делали то же самое, что и он, будучи здесь на земле. Да? Они исправляли то, что было разрушено грехом. Они исцеляли, кормили, изгоняли бесов и так далее, и так далее. В конце я хочу сказать следующее. Если вы хотите посмотреть на то, как выглядит мир шалома, как выглядит шалом, почитайте две последние главы Библии. Но если говорить коротко, что там самое главное? Самое главное, что в центре всего этого Бог. Вот что такое шалом. Шалом – это тогда, когда в центре всего вашего существования становится Бог. Именно поэтому слово «шалом» – это Его имя. Это то, к чему мы стремимся. Это то, куда мы идем. И да благословит нас всех Господь дойти. И да благословит нас Господь на предстоящую субботу. Шаббат шалом.
любовью.